Так, всем привет, с вами Ништяк. Так, ну мы сегодня играем на маге, на сервере Ларея. Выполняем квестики, прокачиваемся. Ну, в общем, поехали. Так, уничтожающие трупы и зловонных мертвецов. Так, через мост, наверное, нам надо проходить. Западная роща. А вот и они, красавцы. Собирала 650 очков работы. Нормально. Так, два есть. Неплохо, я скажу, магом играть. Даже, я сказал бы, удобно. Лишний раз можно противника остановить, чтобы хилиться или удержать даже. Так, есть, это задание у нас выполнено. Так, а что у нас поговорить? Почкам. Ладно. Помчали, мой верный конь. И тележка какая поехала. Интересная. Так, набираем квестики и идем дальше их выполнять. Вон еще что-то есть у нас. Уже выполненное задание, лесничий Хелмок. Ага, что нам здесь нужно? Помощь колдуна, уничтожим мертвых лесников. Да легко. Видите, он пока добежал ко мне, уже его жизни не осталось. Так, иди сюда, друг. Thank you.
Так, это мы выполнили. Получаем награду и берем еще какое-то задание. Собрать, походу, башмачки богини. Сколько нам их нужно собрать? Добыть рыцарские латы. Ладно. Да нет, все-таки нужно собрать. Положить, походу, на алтарь, да? Да. Так, здесь мы разобрались. Так, что у нас здесь? Четверка. Добыть перья ночных птиц. Понятно. И ночная птица. Они меня сейчас тут толпой не заклюют, интересно, а? Еще льдышками какими-то бросаются. Так, одна есть. Да, конечно, Аркейдж сравнить с Варкрафтом, это... Я понимаю, конечно, игра новая, но мир здесь намного интереснее и больше. Бывает такой квест попадается, еще нужно подумать, как его правильно выполнить. Так, давайте еще кто-то. Кто? Один. Так, есть. Отдаем квест. Так, дальше, дальше. Давайте сюда пойдем. Что у нас поговорить? В общем, там, походу, мне осталось дать задание. Ой, не то нажал. Ну, у меня маны нету. Глайдер мне дали неплохой на 3 дня, правда. Ну, ничего, думаю, скоро куплю себе. Так, поговорить Агнелла. Почему-то они еще не загрузились. Агнелла. Вот ты. Да вроде у меня интернет довольно неплохой. Почему-то долго очень идет загрузка.
поговорить староста. Староста, ты где у нас? Вот он. Получаем награды. И. Добыть рыцарские доспехи, добыть рыцарские латы. Угу. Ну, будем пробовать. Чье-то жилье, правильно я понимаю? У меня еще своего дома нету. Я еще в принципе не определился в игре, что я хочу, кем я буду и где я буду жить. Но думаю, рядом возле города буду ставить домик. Не прям возле города, но чтобы туда было не очень далеко добираться. Так, а что нам нужно добыть рыцарские доспехи? А кого нужно убить? Рыцарей всадников. Угу. Рыцари всадники нам нужны. Это древний рыцарь. Древний. Блин, а как же так возле вас пройти? Вот, рыцарь-всадник. Первый есть. Первый пошел. Ой, не то. Не с того начал, блин, молния. Ладно. Три. Еще двоих. Последний всадник. Есть, готов. Так. Троечка добыть рыцарские латы. Как я его сразу пропустил, так бы их сразу бил. Так, залежи железа. Забираем, конечно же. Есть. Ну, с этими немножко посложнее. Так, это всадник нам не нужен.
сразу один. Один и последний будешь ты. Есть, выполнено задание. Так, посмотрим, что у нас здесь в рюкзаке. Задание. Так, ну давайте, наверное, вот эти штучки я использую. Занимаю чисто место у меня здесь. Крошки звездного алхима. Это хорошо. Так, и вот 4. Это вещи, да? Нет, не вещи. Тоже крошки. Пыль даже дает. Так, 18. Давайте эти используем. Крошки. Да, конечно, уходит. Очки работы уходят очень быстро, очень. Так, ладно. Место немножко освободил. Новое достижение. Приятная тяжесть в кошельке. Так, грибы. Грибы мне нужны были. Но я здесь чувствую, сейчас нарвусь на кого-то. На мертвого лесничего. Вот так вот сделаем. Быстренько. Лишних движение нам, чтобы не делать. Так, получаем награду. Получаем. И идем сдавать, выполнять или сдавать основной квест. Да, локация такая серая какая-то, туман все время. Если я не ошибаюсь, призрачный лес. Ага, не сюда. Ага, перелечу я или не перелечу? А должен. Классная штука, глайдер. Так, нужно снижаться. Дальше нам нужно. Вон он светится. Стоит целая стража измерений. Получаем дельфийскую звезду и принимаем новое задание.
Так, еще кто-то нам хочет дать квест. Ну где он есть? Наверху, что ли? Да, вон он. Ну давай. Так, достать колечко, если я не ошибаюсь. А, нет. Какой-то гроб. Ну что, отсюда сейчас ведьма вылетит? Выполнено. А, выполнено, ага. Поговорить, да? Да, просто разговор. Да сколько ж можно меня гонять туда-сюда? Ну, все, неужели? Так, поговорите с Джиллиан у Золотых Полей. Золотые поля. Давайте откроем карту. Посмотрим. Золотые поля. Где вы, золотые поля? Ладно. Будем идти по стрелочке. Поехали. Вызывает вас на дуэль. Отмена. Так, как мне туда перебраться через этот холм? Так, ну чё, полетели? Территория Союз Нови, Маринхольд. В этой области противник может атаковать Нуиян. Белый лес. Вот здесь граница. Да уже выйти с этой локации. Белый лес, он сильно хмурый какой-то. Не нравится, где играешь, и настроения нету. Вроде у меня на улице дождь идет. Так, вижу я зеленый. Зеленую меточку нашу. Квест. Основной квест. Так, а что у нас запись? Идет, идет. Вот так. Здесь уже травичка растет какая-то. Это и глазам приятно, и настроение получше. Кольцо Нуи было главным, сокровищем стражи измерений. Они хранили его, как святыню, но ни разу не прибегли к его силе. Кольцо могло открыть портал между мирами, да где угодно. Тому, кто владел вратами, врата становились ненужны. Навеки покидая Белый лес, Эллис, последний из хранителей кольца, тайком забрал его с собой. Чтобы выполнить обещание, которое он дал по старте.
После его смерти, Малком должен был вернуть реликвию стражам. Почему он приступил клятву дружбы и убил старого товарища? Что он намеревался сделать с кольцом? Ответа на эти вопросы у братства не было. Так, ну я вам читаю, чтобы вы хотя бы на основном задании понимали смысл, историю как бы игры. Так, что у нас здесь есть? Превратим в пыль. Так, пыль. Что нам здесь еще нужно? А вот это ничего нет. Так. Это я превратил алхиму, слиток солнечного алхима, магическая субстанция, необходимая для изготовления оружия. Ага, ясно. Что нам здесь еще можно такого интересного сделать? Ладно, давайте выполнять далее квесты. Первое. Вернуть украденные товары. Второе. Уничтожить грабителей. 8 штук. Так как это боты, это будут штуки. Измеряться они. Первый есть. Второй. Так, здесь их нужно по-быстрому уничтожать, потому что появляются. Немножко восстановимся. Ух ты, 12. Ой-ой-ой, нет, давай драться. Очнулся грабитель. Стоял у него за спиной, ворую эти ящики. Есть, это у нас партия есть. Так, давайте дальше.
давай сразу его уберем, чтобы он потом не мешал. Еще одного нужно убить. Да, еще ящичка. Еще одна партия нужна нам будет. Я сейчас, может быть, троих убью и подойду, заберу ящички. Прокатило, блин. На этом играл. На гладиаторе, вот. Прокачивала такая штука у меня. Нужно бежать, наверное. Потому. Да сдам я этот квест, наверное. Пускай чуть-чуть не доделан будет без одного ящичка. Это не страшно. Выбрать награду. Палаш странствующего. Посох. Меч. А палаш это что у нас? Палаш, сейчас посмотрим, что такое. Так, открываем рюкзачок. Вот, да, палаш. Палаш, да. Палаш. Это такая штука, которая мне не нужна. Двуручный клинок. Да. Сила, ловкость, выносливость. Это нам не нужно, блин. Плохо. Нужно был посох брать было. Ну, теперь будем знать. Вижу. Нужно волка выбивать, да? Давайте мы их сейчас быстренько. Мачка нет. Волки вы позорные. Что ж вы воруете? Уху, а вот и город уже рядом, видите, замок. Hey!
Так, мешок с зерном. Вот, зерно они воруют. Так, ладненько. Это все хорошо. Сейчас я сдам квестик этот. Это разговор, да? Угу. И продолжим в следующем выпуске. Всем удачи, подписывайтесь на канал, будет интересно.